Вот пришли у меня 5 аккумуляторов на замену. Сейчас покажу. Вот они, значит. Сейчас тут ставим их на зарядку. Не на зарядку, а на тест. Вот. Ставим на тест. Вот. Ваш тест. Ставим 1000. Не видно нифига, конечно. Вот. Тест. Поставили вот внутреннее сопротивление 13, 17, 18, 13. Ну, в общем. Смотрим, потом все расскажу, что у нас произошло с аккумулятором. Далее. Вот эти вот три аккумулятора, вот они, я их протестировал дома уже, вот такая емкость у них, заказывал из Нижнего Тагила, вот пришли вчера. Ну, немного истории, это у нас пятая серия по сборке аккумулятора Makita 18 вольт, вот она. Серия у нас закончилась, я думал, все в порядке, все сделал, все будет работать, да не тут-то было. Выбурили мы нормально, все в порядке, значит, 46 лунок, я видео показывал, там видно, 46 лунок, и батарея на 47 лунке выключилась. Вот, ну, я думаю, это как бы нормально. А домой приехал, на зарядку поставил ее, а она зарядку не берет. Я ее скрыл, прозвонил, и у нас на ней вот эти вот две ячейки. Ну все, померли, выключились напрочь. По нолям показывают. Вот. В общем, эта батарея мне весь мозг вынесла уже. Но мы не сдаемся. Вот, значит. Сейчас разбираем, меняем. Ну и... я думаю, что это заключительное, точно уже, как бы. Бурить я уже теперь не буду. Ну, проконсультировался с людьми, которые профессионально занимаются этим делом. Мне сказали, а что ты хочешь? Это Китай. Не надо было так насиловать ее. Выбурил 20 лунок, скажем. Не надо было дать ей хорошо покурить. Меня спросил, аккумуляторы нагрелись? Я говорю, нагрелись. Вот у них сработала защита. Все. Вот как-то так. Значит, сейчас разбираю, потом покажу, что у меня получилось, что соберу. В общем, смотрим. Паяем заново, все поменяли. Пьем чай. Ну и гадость же, блядь, какие люди пьют. Тестировать не на чем мне его сегодня. Да я тестировать не буду, я думаю, что все, окончание. Сейчас заварю, спаяю, все, домой увезу, рыбалка закончилась. Ну вот, наконец-то я ее вроде спаял, эту батарею, все, кладем ее на место нахрен. Вот, работает, да, одно деление, батарея разряжена практически. Ну, мы ее собираем. И больше не трогаем до будущей зимы. Сериал законченный. Помогите. Больше ее делать не буду. Однозначно. Я выключил. Все, выключаемся.